Чтение данных из памяти даталогера. Даталогеры автоматизированной системы мониторинга сети Sprout записывают показания датчиков на встроенную карту памяти. В приложении Scatlight можно считать данные из памяти даталогера, который в данный момент находится на связи. Для этого нужно в топологии сети выбрать даталогер и нажать кнопку «Получить данные из памяти устройства». Далее в появившемся окне указать начало и конец интервала, данные за который требуется импортировать в проект, и нажать кнопку «Ок». Для даталогера игла автоматически определяются даты, где есть показания датчиков. Этот процесс занимает некоторое время, но можно не дожидаться его окончания, а сразу выполнять считывание. Помимо этого, в календарях полей зеленым цветом отмечены даты, содержащие показания датчиков. Во время считывания данных в строке состояния главного окна приложения отображается информация об импорте и кнопка «Отмена» для его остановки. Считанные данные отображаются на вкладке «Показания». Когда чтение данных из памяти даталогера невозможно, например, во время опроса датчиков, кнопка «Получить данные из памяти устройства» заблокирована.